Прямо сейчас предлагаю посмотреть поздравление, которое мы получили прямо с борта МКС от действующих космонавтов. Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики. Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе на борту Международной космической станции. Кратко, но талантливо. Мы решили ответить взаимностью и тоже подготовили нашим космонавтам посылку. На почту отправилась Дарья Волкова. Ракеты! Центрифуги. Я как-то не очень люблю лежать, но она все-таки классная для космонавтов. Здесь расслабиться можно. О том, что в космосе расслабиться практически не удается, победительница конкурса для одаренных детей Ева Смирнова в свои 5 еще не знает. Зато позитива ей не занимать. Интересно, что там? И она с радостью им делится. Чтобы подбодрить экипаж Международной космической станции, записала видеопослание. Ее примеру последовали звезды. Не те, что видны в иллюминаторе, а наши, земные. Певцы, актеры, спортсмены и политики. Ролики на флешке Ева вручила участнику прошлых экспедиций МКС Александру Самокутяеву. Он передаст трогательное видео в Центр управления полетами. Здравствуйте, Александр Михайлович. Привет. Я вам дарю подарок. Это флешка с позитивными эмоциями. Передайте ее в космос, пожалуйста. И вот эти цветы. Тебя Ева зовут? Да. Я так и скажу, что это подарок космонавтам от Евы. С позитивными эмоциями. Позитивный? Да. Да. Хорошо. Умница. Обязательно перед. Команда делового утра как в воду глядела. Обычно посылки на орбиту отправляют только родные и близкие космонавтов. Но для нашей программы сделали исключение. Знаем, что существуют жесткие ограничения по весу, по содержимому. Так что решили тоже подсластить их жизнь. Передадите от нас им. Да, обязательно. Обязательно. По весу должно пройти. Вскоре презенты космонавтам можно будет передать лично. Правда, на это потребуются огромные деньги. Космический туризм набирает обороты. Как отмечают в Роскосмосе, каникулы за пределами Земли помогут компенсировать до 50% затрат на МКС. Сберечь удастся более 120 миллиардов рублей. Дарья Волкова, Александр Савкин. Деловое утро, НТВ. Вот такой насыщенный день космонавтики получился в деловом утре. Мы желаем вам быть на высоте, ну и завершаем сегодняшний выпуск. Напоминаем, что с вами были Игорь Лантратов и Максим Привалов. Завтра в это же самое время деловое утро вернется в эфир НТВ. До новых встреч. Пока.